Она известна как самая загадочная книга в мире. 240 страниц странного текста и не менее странных иллюстраций. Этот манускрипт и по сей день не дает покоя лучшим дешифровщикам современного мира. Очевидно, автор хотел скрыть нечто очень важное. И по слухам, эта рукопись каким-то образом связана с головой Иоанна Крестителя. А некоторые исследователи и вовсе говорят, что автор продал душу дьяволу. Люди всегда старались шифровать свои секреты. Военные донесения, любовные послания, тайные знания. Рано или поздно большинство этих текстов оказывались расшифрованными. Но среди всех остальных загадочных документов есть один, стоящий особняком. Столетиями лучшие умы человечества пытались расшифровать его, но сделать это так никому и не удалось. Это загадочная рукопись Войнича. Это самая загадочная книга на Земле. Алфавит ее не имеет аналогов. Автор неизвестен, а иллюстрации в наши дни ставят исследователей в тупик. Интересно, какую тайну скрывают эти строки? Книга была найдена на вилле Мандрагоне, неподалеку от Рима, в Италии, антикваром Вильфредом Войничем в 1912 году. Однако написана она была многими столетиями ранее, о ее истории ничего не известно. Эта рукопись содержит более 200 страниц зашифрованного текста. Кроме текста, в книге изображены странные растения, непонятные символы и диаграммы. Лучшие дешифровщики современности пытались разгадать этот текст, но все потерпели неудачу. Одни исследователи считают, что это книга о растениях. Другие говорят, что в этой книге зашифрован секрет изготовления венецианского стекла. А некоторые и вовсе разглядели в ней карту нашей галактики и инопланетный след. Может быть, автор был гениальным врачом, хотевшим скрыть свои открытия от соперников, или от Святой Инквизиции, которая зачастую весьма жестоко преследовала ученых и исследователей. Но откуда здесь изображения растений, многие из которых не встречаются в природе? Они напоминают скорее аллегорические символы, нежели растения. И в самом деле, здесь большинство иллюстраций не похоже на реальность. Может быть, эти рисунки – мечта о неком фантастическом мире, мире, который автор отнес к далекому прошлому. Но как бы там ни было, 240 страниц текста были написаны от руки, без малейшей помарки, а такое – довольно трудная задача для обычного человека. А посему был проведен ряд тестов, исследований и экспертиз, в заключение которых эксперты пришли к выводу, что документ является подлинником. Краски и чернила также подтверждают, что рукопись Войнича не фальшивка. Очевидно, что автор потратил много лет на создание этой книги и вложил в нее целое состояние. Содержание книги, очевидно, также обладало значительной ценностью. И более того, столь значительной, что автору понадобилось зашифровать весь текст манускрипта. Тайны и загадки окружают нас повсюду. Но рукопись Войнича по-прежнему остается одной из самых величайших тайн человечества и по сей день. Что же, берегите себя и своих близких, и не забудьте подписаться на наш канал.
у нас будет еще интересней.